У вас снова спустя 3 дня продается на витрине стоит пиво, которое не проходит по кассе, потому что его как бы нет. Откуда у вас пиво, которого нет на приходе? Расскажите, пожалуйста. Каковы технические причины могут быть от того, что пиво есть, а на учете оно не стоит? Вы продаете левое пиво или как? Нет, по техническим причинам пиво не продается. Принесите жалобную книгу, пожалуйста. Она прошита, все с ней хорошо случилось. Смотрим на жалобную книгу. Смотрите, жалобная книга не прошита. Вот заявление номер 1 написано, заявление номер 2 написано. Дальше номеров заявлений нет. Сколько страниц выдрано, вообще непонятно. То есть правилам торговли данный магазин не соответствует.